Странные вспышки, друзья, регулярно фиксируются на поверхности Луны с 1950 года. Но объяснить их происхождение ученые не могут и сегодня. Есть несколько разных гипотез, но ни одна из них не была официально доказана. Теперь исследованием таинственных вспышек будет заниматься еще одна команда ученых, которая работает в немецком университете Юлиуса Максимилиана. Стало известно, что для того, чтобы найти разгадку, ученые будут проводить свои исследования в современной обсерватории, которая расположена в Испании. В распоряжении специалистов будут очень мощные телескопы, с помощью которых можно будет детально рассмотреть каждую из вспышек. Также в обсерватории присутствует дополнительное оборудование, которое, по словам руководителей проекта, имеет искусственный интеллект. Сначала все фото и видео будут тщательно обрабатываться, а затем полученные результаты исследования ученые сравнят с наблюдениями работников Европейского космического агентства. Астрономы рассчитывают на то, что у них получится составить действительно правдоподобную картину того, что на самом деле происходит на Луне. Среди основных гипотез ученых о том, что именно провоцирует на появление вспышек на Луне, основными считаются сейсмическая активность и падение метеоритов разного размера. В свою же очередь уфологи уверены в том, что это деятельность пришельцев, которые уже давно живут на нашем спутнике. If you're out there, say something. Or give me a sign. I won't even say anything. Just, I want to know if you're okay.